Наши курочки, две мамки, вывели деток. Вот они, симпапулистые какие, холёсенькие. Там еще есть, да. А потом я покажу вам, кто папа у этих цыпляточек маленьких. Они же не сиротинки у нас. Они здесь лежат в коробке, потому что вывелись, ночью вылупились. А под курочками еще яйца лежат. А потом мы их принесем домой. Может быть. Он, видите, уже Толя говорит, не может быть, а точно. Смилостивился. Они уже попили водички сами. Но еще не ели. Будем кормить. А вы мои мамки. А мамульки рыжие. Никого у тебя там нет? Как минуты еще будут. Они видно, я ту не могу достать. Она сидит, не дается. Нет, все целые яички. Нет? Нет. Пока. А у второй? Пищат там. Ну все, тогда ладно. Видать, в яичках еще пищат. Понятно. Закрываем. Где папка-то наш? О! Батянька! Ты довольный? Или ты еще не видел, чему радоваться? А? Ты еще не видел, чему радоваться, Петенька? А? Да ты мой хороший. Ой! Ты посмотри, извернулся как. Хотела погладить петушка. Не дается? Вот он какой. О, о, о. Да, вот какой он. Наш ботяничка. Молодой ботяничка. Первые детки у него появились. Ой, 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 ой. Ой, какой он. Ой, 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 ты золотой мой, ой, петушок. Ну ладно, ну спой песенку-то, спой, а? Петенька, спой песенку-то. Здоровый петух вырос, вообще здоровый. Да, ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко-ко. Ну, спой песенку-то. Или я пошла. Ну, смотри. Не хочешь, я пошла кормить твоих детей. Тихо-тихо-тихо. Ой, 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 ой. Ну-ка, ну-ка. Что такое? Что ты недовольна чем? Разорались, разорались. Это Гошка с Матильдой. Ох ты, подскользнулась. А вон там сынок и принцесса. Вот они, мои хорошие, вот они.
Идут, идут сюда. Скандалисты идут. Гуля, Гуля, Гуленька. Сегодня втроем прилетели. А? Где ты нашла этого дружка? Ну? Вот они, наши ножки, знаменитые, дорогие ножки. Да, улетели. Чебурашки, как дела? А? Вы не спите? Сейчас я вас покормлю. Вот у желтеньких, посмотрите, черные пятнышки. Вот, видите? Интересно, какая расцветка будет потом. Один только рыженький в мамку. Пойдемте сходим в стайку, посмотрим наших курочек. Может быть, там еще появились цыплятки. Мы ведь теперь так и бегаем целый день. Представляете? Вот наша работенка деревенская. Так. Точно видел, да? Да, черненький. О, сейчас будем смотреть. Вот с кем там ходить. Вон он, видите? Видите? Симпапулька бегает. Ой, дядя моя золотая такая. Ой, ты маленькая моя. Так, за пазуху тебя. Пошли, пасу. Скорее, скорее, скорее. Скорее пошли домой, домой, домой. Да, конечно. Сейчас я покажу отцу. Отцу покажу. Смотри, батя, ты видел? Батька, а батька, ты видел?
своего сыночка или дочку. Не хочет смотреть, паразит такой. Побежали скорее к своим братьям, сестрам. Побежали, побежали, побежали. Пока не замерзли, побежали, побежали. Ой, как здесь сыро, теперь уже так грязно. Ой. Да, 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 бежим, 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 бежим. Бежим, пикаем. Слышали? Пикает, пикает, пикает. Ну, принимайте еще одного желторотика. Ой, тетюшечка. Черненький. Тетюрюшечка. Во. Эти родились у нас ночью под утро. Ну, наверное, часа в 4, может быть, потому что... Может, в 3 даже. Потому что, когда уже 5:30 пошли, они уже сидели под крылышком у куриц и были обсушены. О, тю-тю-тю, как они его толкнули. Ох, они бандиты. Толкаются, не принимают. Так, сейчас я отключусь, буду разбираться. А вот кожурочка. Вот в этой кожурочке он сидел. Вот в этой. Ой, тихо-тихо. А вот эта шляпка. Он ее отколачивает в круговую, вот так вот. Шляпку поднимает и выскакивает оттуда. Но я видела, он сидел несколько часов вот в этой коробушке, без шляпки уже. Грелся под мамкой. Кот пришел, увидел меня. А, радостный, помчался. Ой, кошмар какой. Какой кошмар. Вот он. Пришел. Мы ждали.